Из всех моих родственников у меня есть только вот дедушка по отцовской линии, который принимал участие в боевых действиях непосредственно. Все остальные бабушки, дедушки, они были тружениками тыла. Ну, дедушка зовут Ярославцев Николай Николаевич. Он, когда война началась, ему было 17 лет, и он убежал на фронт из дома. Прямо пошел пешком, ночевал где попало, но приняли его в действующую армию в декабре 43-го года, когда ему исполнилось 19 лет. Служил он. Можно я по бумажке прочитаю, потому что я не произнесу это как бы наизусть? Значит, служил он 9-й воздушно-десантной бригады 131-й отдельной воздушно-десантной дивизии. То есть он был вот командир отделения ВДВ. У него было пулевое ранение в ногу, и при этом тоже были какие-то травмы, потому что он после войны был признан инвалидом. Не любил говорить про войну, то есть дедушка умер, когда я была еще маленькая, еще не ходила в школу, и мне не приходило в то время спрашивать его, как он служил. Но вот по рассказам моего папы он никогда не говорил об этом. Он даже не рассказывал, что с ним происходило в эти 2 года, когда он ушел из дома, когда, собственно говоря, пошел пешком на войну, на фронт, не говорил. Но, как говорил мой папа, он натерпелся. То есть, видимо, было очень много неприятных воспоминаний. Сохранились его награды, то есть он там был награжден орденом Великой Отечественной войны. Медаль у него была за победу над Германией, потому что он вплоть до мая 45-го года был в действующей армии. Юбилейные награды, то есть вот они у нас в семье сохранились. Память о нем, можно сказать, увековечена в книге. У нас выпустили специальную памятную книгу о всех ветеранах Великой Отечественной войны. Но там тоже буквально краткая справка, кто где служил, когда родился, когда умер.